Привет. Hello. Добро пожаловать на Brawl Talk. И в этом обновлении у нас будет... Новый боец. И новые скины. И новый способ смотреть финалы. Райан, а что там с переработкой Джесси? Не волнуйся. Я обо всем позабочусь. Хватайте попкорн и встречайте 9-й сезон Бравливуд. Итак, дамы и господа, позвольте представить Лолу, хроматического бойца этого сезона. Она звезда Бравливуда, очень высокого мнения о себе. И готова на все, чтобы оставаться в центре внимания. А еще она любит все яркое и блестящее. Ее основная атака — сияющие звезды из глаз лисьей Коржетки, которые разлетаются веером на небольшое расстояние, нанося урон. Используя супер, она бросает на землю бриллиантовое колье, на месте которого появляется точная копия Лолы. У этой копии меньше здоровья, чем у настоящей Лолы, но она повторяет все ее движения и обладает той же силой, так что при каждой атаке Лолы ее копия тоже наносит удар. А вот Чола — новый уникальный скин, открывающийся на 70-м уровне и доступный вместе с B800 Brawl Pass. Дополняют звездный состав Бравливуда — Вольт Конг, Капитан Ворон, Охотник за сквиками Гейл и режиссер Бас. Ну и переработка. Конечно, пришло время Джесси. А еще она получает новый скин. Да, Паула. Кошка-воровка Джесси, она же похитительница трофеев, появится в игре к мировому финалу в ноябре. В этом году мы предлагаем новый способ следить за событиями турнира. Вы сможете предсказывать результаты боев и выигрывать награды, включая новый скин Джесси. Если хотите открыть ее как можно раньше, следите за новостями на нашем канале Киберспорта и не пропустите финал, стартующий 26 ноября. А если вы хотите помочь увеличить призовой фонд и поддержать игроков-профессионалов, воспользуйтесь киберспортивной акцией, доступной в игре прямо сейчас. Прямо сейчас, это в октябре. А еще у нас новые значки, в том числе анимированные, и новые золотые и серебряные скины. Кажется, на этом все. Или нет? Что это? Вы же не думали, что мы забыли про Хэллоуин? Нет, в этом сезоне вас ждут 4 новых скина. Болотный Джин, Призрак Сквик, Всадник без головы Сту и, наконец, граф Пингвула. И невидимые бойцы. У нас будут сезонный модификатор для всех игровых режимов. Да, каждые 7 секунд бойцы становятся невидимками еще на 7 секунд. Так что смотрите в оба. Мы решили отложить обновление клубов на месяц. Подробнее об этом расскажем в ноябре. Следите за новостями. Ну вот, теперь и правда все. Подписывайтесь, ставьте лайки и увидимся через месяц. Пока. Пока-пока. Пора начинать готовиться смотреть финал. Нет, слишком длинно. Переработка Джесси. Не волнуйся. Извините. Пистолеты наготове. Я сделаю Brawl Talk, от которого ты не сможешь отказаться. Ты говоришь о мести. Ты приходишь ко мне в день обновления. On update day.